На сегодняшний день по области больше всего светильников установлено и заменено в Брянском районе – 355 штук. Из них большая часть – 234 светодиодных. Сегодня на этом особый акцент. Систематически проводятся селекторные совещания с муниципальными образованиями Брянской области по вопросам модернизации уличного освещения. В ходе указанных совещаний главам администрации муниципальных районов городских округов рекомендовано продолжить работы по обретению и установке светодиодных светильников, светодиодных ламп на территории населенных пунктов. Большая работа по замене ламп проделана в Дядьковском, Навлинском, Жуковском, Клетнянском и других районах. И везде приоритет в сторону экономичных и более ярких светодиодных ламп. Оценили работу Брянской городской администрации. Все мы помним тусклый свет фонарей, контракты по установке которых заключали еще в денинские времена. В связи с положительным решением судов по энергосервисным контрактам, заключенным еще в 2012 году, удалось не только сэкономить 320 миллионов рублей бюджетных средств, но и значительно улучшить освещенность центральных магистралей города Брянска. В рамках госпрограммы «Безопасные и качественные дороги» также продолжится работа по замене освещения. Обсудили и непопулярные меры. Далеко не везде подают заявки на подключение ламп, а наоборот, отказываются, экономят. Это Унеческий, Суражский и Брасовские районы. Вице-губернатор Александр Резунов призвал глав районов отказаться от такой непопулярной меры. Ну, представь, когда эта темнота, вообще грязь начинается и нету. Значит, как во мгле это идешь по улице, и дети в школу, и мероприятия всякие в школе там проходят разные, а вы так это относитесь с непониманием. Я советую пересмотреть такой подход вам. Отчитался по освещению и областной центр. Кабельные линии, построенные до 2000 года, морально устарели. Для повышения надежности работы установок наружного освещения целесообразно провести замену данных линий на ОСИП, что позволит снизить не только эксплуатационные затраты, но и не допускать потерь энергоснабжения в сетях выше нормативных. По Брянску более 150 километров линий уличного освещения сегодня требуют оперативной замены. Работы в этом направлении ведутся. Отчитались на заседании правительства Жуковский и Дядьковский районы. А председатель областной думы Владимир Попков призвал ответственных чиновников по возможности использовать светодиодные лампы, подходящие по цоколю к традиционным светильникам. Это одна из мер экономии. Стоит отметить, что в целом по области на сегодняшний день заменено 5600 светильников. Почти в два раза больше, чем в прошлом году. Андрей Мамошин, Максим Кузнецов, Владислав Пискунов. События. Брянск.